Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. И сейчас мы зашли в магазин, во французский магазин, то есть Air Us. И тут мы буквально попутно просто зашли, посмотрели, какие тут куколки есть, что-нибудь прикупить хорошего. В общем, не в этом дело. Прохожу я такая мимо, вижу какой-то стеллаж, там нету особо никаких кукол новых. Но тут я прохожу и вижу двух новых кукол из серии... Фрик, Дюшик, это Твайла или Трила и Клодин. Я просто была в шоке из-за того, что тут появились такие новинки, которые даже не вышли в Америке. И это очень круто, я чуть ли не заплакала, когда их увидела, это было безумно классно. В общем, ждите обзор на них, я уже завтра буквально буду снимать его. И обязательно следите за новостями в моем канале. В общем, да, давайте, пока-пока.